Samsung i900. Замена сенсорной панели. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Samsung i900». Сенсорная панель выходит из строя чаще всего из-за расслоения пластика. Металлической лопаткой сверху подцепляем панель и аккуратно отделяем ее от дисплея. Шлейф новой сенсорной панели продеваем в отверстие, прикладываем панель к дисплею и прижимаем ее пальцами. Все, сенсорная панель заменена.